50 годов фотомастерства. Своеобразную творческую справоздачу гомельский фотомастак Сергей Иванов представил в экспозиции «Земля белорусская». У ее вошли 30 работ. Автор еще в детстве стратил слых, однако не сгубил цікавасць и любовь до життя. Сярод жанров фотомастерства дает перевагу репортажу и особливо пейзажу. Он імкнецца заховать на фотопаперы гэты маўклівы свет тишини и гармонии. Яго займае пошук новых ракурсов, световых эффектов у розны час. На выставе у музея фотографии можно познакомиться с творчими работами автора, которые адлюстроўваюць стан природы у розныя поры года. Дивные у своей маляўнічасці реки и озеры, безмежные лясы и поли. Каб павіншаваць аўтара с творчым юбілеем, у музеі фотографии собрались сябры, члены фотоклубов и белорусского товариства глухих. Выставка Сергея Иванова открывает в этом году выставочный цикл «Музей истории города Гомеля». И мы очень рады этому событию, потому что очень давно дружим с Сергеем Михайловичем и в творческом плане, и общаемся просто как с человеком. На его работах можно очень хорошо проследить вот именно какой он человек, потому что они такие же легкие, такие же светлые, такие же одухотворенные, как и Сергей Михайлович.